Чтобы со стороны ноутбука не было никакой лишней нагрузки, максимально свою оперативу разгрузил, так сказать, ноут. Ну что, запускаем киберпанк этот? Поехали! Доброе утро! Здоров, здоров! Ой, ладно, отвянь. Итак, вот и главное меню кибера. Настройки тут стандартные, все что-то среднее указаны. Ну, так и оставим, посмотрим, как он будет переваривать. Так, новая игра, тут вообще параметры все на шару выбираю. Далее жму. Конечно, за такую буду играть. Куча всяких наворотов здесь. Прическу менять можно, цвет настраивать, волос, глаз. Ну ничего, так интересно. Ладно, с этим разобрались, все, запускаем. Итак, вот уже я в самой игре. Оператива у меня загрузка, ну, около 50%. Ну, пока все идеально. Ну, значит, ошибся. Так, а вот при передвижении возникают тормоза. Но эти тормоза, если оценивать работу ноутбука, это не со стороны ноутбука, а со стороны видяхи, походу. Уменьшаем графику. Поищи другую мастерскую, где не спросят, зачем одинокая кочевница крутится у границы. Ну, на минималке тоже не идеально, но не критично. Чувак, ты тут явно лишний. Окей. Отойди. Что? Ну, графика, конечно, огонь. Ты хоть знаешь, что делать? Вообще, четко. До Найт-Сити доеду, а там уже что-нибудь придумаю. Итак, я в тачке, чуваки. Ну так-то да, притормаживает. Хотя в моем случае тут радоваться надо, что вообще ноутбук запустил такую игру-то. Ты смотри, какие финты с камеры можно вытворять. Зачет. Сейчас мы попробуем убрать это размытие текстур. Ну, теперь заметно, что четче стало немного. Тут можно общаться со всякими чуваками. Таким, как ты, ничего не продаем, Вага. Можно воровать тачки, но пока это только я осваиваюсь в игре. А чтобы это все проворачивать, тут надо повышать свои рейтинги, всякие уровни, навыки. Есть даже сканер. Нажимаешь на чувака какого-то или на тачку, и про нее вся информация показывается. Офигенски смотрится. Я сказал, исчезни и не испытывай мое терпение. Ой, да больно ты нужен мне, шериф. Стоит, курит тут. Так, кстати, здесь можно заходить во всякие здания, дома всякие. Все-таки сдохло твое ведро. Сам-то ведро. Я просто погулять вышел. В игре можно подбирать всякие предметы. О, какой-то плеер. Ну-ка. Ух ты, нифига себе. Ну, дизайн, в принципе, вообще огонь. Так, дальше, что тут еще в менюшке есть? А, ну вот, собственно, вот прокачка навыков. Какие-то. О, карта. Оружие какие-то можно тут создавать, модернизировать. В принципе, игра на моем ноутбуке тянет.
Ну, притормаживает. Ух ты, какая чика с пушкой. Так-то вот если разобраться в ней, в этой игре, вообще огонь будет. Чего тут только нету. Ух ты, а это что такое? А, это всякие киберимпланты можно. Ну, как-то вот так. Так, ну и короткий вывод. Ноутбук тянет, игра зачет, графика огонь, дизайн вообще огонь. Голос девушки, за которую я играю, вообще секси. Так ты человек с принципами? Знать бы, кто это озвучивает. Ох, познакомиться бы с такой. Ну ладно, с тебя и начнем. Ну, видяха моя слабенькая, поэтому притормаживает. Учитывая, что я прошел все части Макс Пейна, а в графике Макс Пейн 1 там вообще квадратная графика была, так что можно и на таких минималках, текстурах играть. Мне вообще пофигу. Вот на этом все.